Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota RAV4. Итак, правая сторона целая, крышка багажника помята сильно, меняем, бампер меняем, крыло тоже меняем с четвертью. Дверь целая. Итак, разобрал. И теперь мне надо вытянуть заднее крыло. Чем я и займусь. Ну что, оттянул, и теперь я высверливаю, режу, в общем, удаляю заднее крыло вместе с аркой поврежденной. Итак, крыло с аркой я удалил, и теперь мне надо удалить часть корыта. Его я тоже буду менять. Итак, здесь я все обрезал. На этом пока не все. Теперь займусь подгонкой корыта. Отсверлю, обрежу все так же, как на машине. Итак, донорская часть тоже готова. Обрезал, отсверлил. Вот таким куском я ее буду вставлять. Ну а теперь делаю замеры по высоте лонжероны. Ну и начинаю ремонтировать левый лонжерон. Итак, сначала я выправлю этот залом, упираю в середину и тяну вниз. Затем следующий. Также упираю и тяну вниз. Ну и равняю, естественно. Итак, с лонжероном все в порядке. Теперь снимаю все размеры, измеряю диагонали, высоту, в общем, все, что можно. И после снятия размеров выясняю, что эта сторона стоит выше, это ниже. Этот размер меньше, этот больше. Отсюда выход.
толкаем вправо. Толкаю и чуть переталкиваю нужного размера. Так как крыша сейчас жидкая, домкрат так и оставляю. Ну что, вытолкнул все по размеру. И теперь приступлю к ремонту вот этой вот вмятины, которая образовалась после удара. А это значит, что я ее натянул и равняю. Итак, вмятинку я подровнял, подогнал все под донорскую часть и теперь буду примерять. Итак, установил донорскую часть, пока она еще не сварена. Как вы можете видеть по лазерному уровню, тут все good, зазоры good. Крышку пока здесь не ставлю, все делаю по уровню. Итак, начинаю сварочные работы. Во время сварочных работ увидел, что эта стойка перекручена. Возвращаю ее на место. Итак, основные сварочные работы закончил. Примерил крышку. Взглянул на зазоры. Все прекрасно. Начинаю внутренние сварочные работы. То есть все варивы, все усилители. Так, сварил, зачистил, примерил фару, бампер, и на этом работы с железом закончены. Разбираю все обратно, шпаклюю, грунтую, крашу. Красить буду только заднее крыло, так как крышка такого же цвета, ну и корыто тоже, естественно. Итак, машина покрашена, собрана, и на этом ремонт мой сегодня закончен. Ну а с вами был Артур, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мои новые видео, пока!